Беременная женщина и водитель автомобиля «Лада X-Ray» пострадали в результате аварии на проспекте Амирхана. Автомобиль на полной скорости вылетел с дороги, снес ограждение и врезался в столб. Все зафиксировал видеорегистратор, установленный в автомобиле. Съемки посмотрела Алина Бережная. Подрезали меня. Подрезали? Да. А как, вы домой направлялись, наверное, или как? Я ехал домой с супругой. Водитель автомобиля X-Ray рассказал, направлялся со своей беременной супругой домой. Говорит, на проспекте Фатыха Амирхана его подрезал какой-то автомобиль. Какой именно, разглядеть не успел, постарался уйти от столкновения, вывернул руль, но не справился с управлением и врезался. На съемках с видеорегистратора не видно, чтобы «Ладу» кто-то подрезал. Наоборот, водитель стал резко ускоряться. На просьбы жены остановиться не реагировал. И чуть ли не протаранил впереди идущую машину, уходя от столкновения с ней и потерял контроль над автомобилем. Момент ДТП также видели множество людей. Первыми подбежали, предложили свою помощь. Рассказывают, удар был сильным, и даже сработавшие подушки безопасности не спасли людей от травм. В результате ДТП водитель получил ушиб грудной клетки, растяжение связок шейного отдела позвоночника. Его 44-летняя беременная супруга с закрытым переломом травм ключицы и ушибом правого бедра доставлена в больницу. Очень тяжело. Очень тяжело станет. Увидели в больнице. Сейчас с произошедшим предстоит разбираться сотрудникам автоинспекции. Сделать это с учетом записи момента аварии, видимо, будет нетрудно. Вероятнее всего, водителю придется самому восстанавливать свое имущество, а также поврежденный забор и столб. Алина Бережная, Нафиса Миниязова, Адель Мулахметов, вызов 112.